Хочу показать усилитель ZK502MT. Такой вот он сверху уже в собранном виде. Вот он, днище его. Такая пластиночка предохранительная. Так, индикатор Bluetooth. Есть AUX. Вот он, AUX. И вот питание, два выхода. Заявлено, что по 50 ватт на канал. Дальше. Подключил я колонки BBK. Шилдик, вот он, BBK. ECF. Такая моделька. 180 ватт, как бы, но рекомендуют усилитель 80 ватт. И самое главное, верхняя строчка, вот чувствительность 90 дБ. А, ну да, еще и сопротивление 6 Ом. Вот что вышло. Вот этот усилитель просто их рвет. Бас лучше не добавлять, он слишком лишний. Вся эта система работает от блока питания на 12 вольт. 1.5 ампера от JBL колонок. Мы сейчас подключены через Bluetooth от компьютера. В общем, такой вот усилитель. Я даже не ожидал, что он этим колонкам даже лишнего наваливает. Вот он бас, он просто уже вываливаться начинает. Совсем никуда не годится. Высокие тоже как бы неплохо. Запас. Так что лучше уменьшать. Все, видео записано.